Пока еще светло, пойдем инкубаторским гусиком сена свежего наносим. Еще и морозов не было, мы уже их сеном засыпали там, чтобы тепло было. Да, уже этот рулончик маленький остается. Он скоро на бочок упадет. Вот они гусики, ждут нас, когда мы им все сделаем, да? Мои хорошие. Вы долго гуляете, сейчас сено накладем. И вы пойдете туда, в свой шалашик. Инкубаторские гуси сильно затаптывают сено. Много их. И они затаптывают. А Гошкины нет. У Гошки места больше. А шалаш намного меньше, чем место в стайке для Гошки. У Гошки один закуточек, где они спят. У них вообще там чисто. И там два закуточка целых. Там, где они ходят, едят, пьют. А у инкубаторских мало места в шалаше все равно. Сейчас свеженько все будет хорошо, чисто. Ты им просто сверху немного, да? Просто сверху немного. Ну. Сено какое хорошее. Прям зеленое. А почему мы солому не покупаем? Потому что я не знаю даже, где ее искать, кто ее заготавливает. И потом сено, знаете, мы заметили, что гуси его едят, сено. Вот зеленую травку вот эту находят и едят, я сама видела. Поэтому сено все-таки оно приятнее. И тем более мы вот этих же гусей держим не до весны, а до Нового года только. Поэтому, ну так скажем, пусть в радость будет хоть сено. Все? Ну это, они здесь сюда-то не убегают? Давай гони потихоньку их сюда. Там вон закрыть надо, а то они туда рванут. Они все равно туда рванут. Это ж те еще гуси. Потихоньку, потихоньку там их. Тега, 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 тегоньки. Тега, 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 тега. Тегоньки маленькие мои, идите скорее, скорее домой, домой, домой. О, увалилась. Домой это не значит, что ложиться надо на улице. Давайте, 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 мои хорошие, давайте. Ох, вы мои сладенькие. Вот, 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 вот. Вон как хорошо у вас. Все, говорят, у вас есть. Вон пшеничку. Все. Хоть и не холодно на улице, но что целый день уже ходите. Ну ладно.
Сегодня вообще-то не холодно совсем. Давай. Пошли, сейчас Гошке еще сено тоже дадим. Ну вот это ты зря так-то бросил, я не пройду. Сейчас Гошка пойдет. О, бегут, 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 бегут. Опа, оп, и назад, меня увидели. О, вот они вывалились. Ой, скользко здесь. Вывалились мои красавцы. Идите там побудьте немножко. Давайте подальше, подальше идите. Да, прогуляйтесь-ка там. Вы давно не были. Давно. Идите, идите, погуляйте. И вот так целый день что-то делаем, делаем, делаем. Представляете? И, в общем-то, мы даже не присели. Я на ноутбуке вон поставила только видео закачиваться и ушла опять на улицу. А там надо тоже смотреть, чтобы не отключался в какой, в спящий режим. Этот ноутбук. В общем, целый день что-то делаешь, делаешь, делаешь. Вроде зима наступила. И грядки не надо полоть, и поливать не надо. Все равно находятся дела. Еще будешь или хватит? То гусей выпустить, то накормить, то загнать, то посмотреть что-нибудь, орут они там непонятно что. И вот так проходит день. Ой, вон сорока красивая-красивая. Ой, где она? Ой, между веток, наверное, ее и не видно будет. Вот она. О, какая красивая, представляете? Это вам не ворона серая, а это точно сорока. Белобока. Красивая. Ну вот еще немножко сена. И все.
Вот здесь маленько потерял. Вот такой маленький у нас остался. Гнать все? Ну, пойдем гнать. Сейчас мы обойдем вокруг. Где они тут ходят? Вот они вы. Пошли домой, пошли, пошли, пошли. Все. Вы куда поворачиваешься? Давай, 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 домой, 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 домой. Нет, не туда, не туда, не туда. Вот, вот, молодцы, молодцы. Вот, 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 молодцы. Молодцы. Домой, да? Куда? Туда, туда, туда. Туда, молодцы мои хорошие. Ах, какие вы красавцы мои. Пойдемте посмотрим, что у вас там. Ой, какие вы мои белоснежные. Ой, как хорошо-то у вас. О, высоко. А теперь вы в окно будете смотреть. Правда, там ничего не видно будет. Все замерзнет. Но все равно свет вам целый день есть. Вон, видите, они пробуют на зубок травку. Да. Ну все. Гошка, Гошка, вот он стоит, Гошка. Ах ты мой красавец, а вот это Матильда. Охраняют своих деток. Да. Охраняют. Ну все. Я пошла от вас.